Плотный травостой и высокие показатели зеленой массы могут обеспечить только районированные травосмеси. Об их разновидностях и типах речь пойдет далее. Компания DLF является одним из основных поставщиков газонных и кормовых трав на российский рынок и рынок стран СНГ. Поставляемые кормовые травосмеси различаются в зависимости от назначения. Есть травосмеси для засушливых условий, есть зимостойкие травосмеси, есть травосмеси интенсивного типа использования, есть стандартные травосмеси, травосмеси укосные, травосмеси пастбищные и травосмеси комбинированного использования. Семена производятся по всему миру и поставляются в разные страны. Травосмеси, поставляемые для засушливых регионов, включают в себя виды, которые позволяют получать прирост зеленой массы даже в условиях недостатка влаги. В состав этих травосмесей входят такие виды, которые позволяют получать воду из нижних горизонтов почвы до 2 метров. Это люцерна и овсяница тростниковая. Это основные виды, которые входят в состав этих травосмесей. В состав травосмесей, предназначенных для сибирских регионов, входят виды, устойчивые к зимним условиям, и холодостойкие виды. Это в первую очередь кострицы, тимофеевка, также люцерна и красный клевер.